Подробности восхитительной свадьбы Имина и модели из Саранска. В подмосковном гольф-клубе «Агаларов Эстейт», который принадлежит семье Имина Агаларова, состоялась свадьба певца с моделью из Саранска Аленой Гавриловой. Влюбленные не стали привлекать к торжеству повышенное внимание СМИ. Однако светским хроникерам удалось узнать подробности восхитительной церемонии бракосочетания и последующего праздника. Имина и Алена не стали превращать свою свадьбу в шоу, которое бы транслировалось на всю Россию. Отмечается, что на торжество пригласили только самых близких друзей, среди которых было много представителей музыкального мира. Честь провести церемонию выпала Андрею Малахову. Именно он объявил новобрачных мужем и женой. Родными, самыми близкими сегодня, прямо эти двое входят в новый этап своей жизни. Два невероятных... Он отметил, что медовый месяц Имина Агаларов проведет с большей долей вероятности в рабочих заботах о фестивале «Жара». Свадьба действительно оказалась неброской, без огромного количества гостей и сотен журналистов, ловящих каждое движение молодоженов. Однако устроителям праздника удалось добиться главного – создать изящную атмосферу на свадьбе. Добиться этого удалось благодаря вдумчивому использованию белого цвета. Лучшие декораторы украсили место церемонии белоснежными розами и пионами. О том, как выглядела свадьба, позволяют судить многочисленные фотографии и видео, опубликованные гостями торжества в сети. Поздравим молодоженов с этим замечательным событием! Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!